Гимном Каталонии встретили своих ветеранов артисты сибирского хора после возвращения из тура по испанским городам. Говорят, именно своим заслуженным коллегам решили в первую очередь рассказать о том, как провели турне. А поведать есть о чем. Испанская публика приняла ансамбль из Сибири на ура. Не зная языка, настолько как бы вот язык музыки, песни и танца был доступен, что вот просто находясь в зрительном зале во время концерта, мы наблюдали реакцию, которую как бы мы наблюдаем, реакцию ту же самую от нашего отечественного, нашего родного зрителя. Ветераны сибирского хора собрались за общим столом и с удовольствием познакомились с программой и самими артистами. Говорят, выступление поколения, пришедшего нам на смену, нравится, хотя в наши времена все было несколько иначе. Мы больше старинных песен пели и костюмов у нас были попроще, как раньше были. Вот сейчас все же как возобновляется, все, ну как вам сказать, жизнь идет вперед и все меняется. В наше время тогда было совсем по-другому. Тогда старинные песни были, старинные пляски, не то что сейчас современные, потому что молодежь сейчас современные любит, им не очень. А у нас тогда были старые, старинные песни и пляски. Повторить испанскую программу для новосибирского зрителя в сибирском хоре обещают в ближайшее время. В ближайших планах – новогодние и рождественские концерты для детей и взрослых. И, конечно, выступления на Сочинской Олимпиаде.